Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы поговорим про беспроводные зарядки, точнее про беспроводные станции. Пришел заказик от Veraton, и здесь у нас две крутые магнитные зарядки. Ну почему две? Во-первых, потому что одну Ксюше в комнату беленькую, темненькую нам в зал, чтобы всем хватило. Безумно крутые штучки, давайте скорее открывать. Заказывала у них на официальном сайте, ссылочку вам обязательно оставлю. Смотрите, они по функционалу немножко разные и по внешнему виду. А вот эта черненькая, такая темненькая. Смотрите, у нас здесь зарядка идет и у той, и у другой. Для часов, для наушников и для телефона. То есть сразу три предмета можно заряжать. Смотрите, вот эта подставочка для телефона. Сюда можно вешать часики, вот это для наушников. И здесь тоже у нас телефон, наушники, часы. Здесь у нас мощность 10 ватт. Заряжаются они от Type-C, сами вот эти вот подставочки, да. Беспроводная станция 3 в одном. И это у нас тоже беспроводная станция магнитная 3 в одном. Вот модель беленькая SkyPower S54. У них много на самом деле у Veraton различных станций для зарядки. Есть просто для одного телефона, маленькая, кругленькая, самая бюджетная. По ссылочке пройдете, там будут все, по-моему, 4 у них вида, если я не ошибаюсь. Так, LED-подсветка, безопасная быстрая зарядка, складной дизайн. А здесь уже мощность 15 ватт и тоже Type-C, а здесь 10 ватт. По функционалу, смотрите, сейчас посмотрим. Так, вот у нас часы, умные часы, можно заряжать, наушники и смартфон с поддержкой IQ. Входное напряжение, мощность заряда часов, наушников, подключение Type-C, подсветка есть. Комплекс защиты от перенапряжения, это тоже на самом деле важно, от перегрузки потоку, перегрева, перезаряда, короткого замыкания, обнаружения посторонних предметов. Функционал на самом деле очень классный. И вот технические характеристики белой зарядочки, можете нажать на паузу и почитать, сравнить. Так, давайте скорее открывать. Все распаковала, все достала, все было вот в таких вот пакетиках. Вот у нас черная станция. Руководство по использованию есть. Все изучим обязательно, все изучу и вам потом подробненько расскажу. Гарантия есть, кабель есть, штекер есть. Тут то же самое, свой штекер, свой кабель. И вот она беленькая, очень аккуратненькая, магнитная. Вот такая вот станция. Она вот так раскладывается, если вам нужно зарядить все, если вам нужно зарядить только телефон, ее можно сложить, положить вот так и телефон сверху, аккуратненько, очень хорошо заряжаться будет. Так, смотрим, вот здесь у нас подставочка есть, смотрите, как подставка-книжка такая, вот так, да, то есть мы регулируем уровень наклона, и вот так аккуратненько у нас будет стоять подставка, вот сюда кладется телефон, все примагничено, и вот здесь вот есть такая, смотрите, внизу выемка, чтобы телефон не выпадал, как бы ничего, чтобы все было хорошо, и вот сюда наверх вешаются часики, а вот сюда просто кладутся наушники, и все заряжается. Так, мне уже не терпится включить на самом деле. Здесь, кстати, у нас прорезиненные ножки, вентилятор, не вентилятор, в общем, защита от перегрева. Вот она. Здесь у нас защита от перегрева тоже есть. Я не знаю, правда, каким образом, но здесь и то, и другое. Все очень надежное. Вот это такая штука тактильно приятная. Вот здесь вход для зарядки у нас с вами. Прям тактильно безумно приятная штука. Все написано, подписано, нарисовано. Вот, да, тут тоже такое вот как бы отверстие, чтобы не перегревался. Можно, кстати, делать вот так. Опачки. Это все магнитное, это все крепко держится, вот так. И поставить телефон вот таким вот образом, чтобы он тоже стоял, а не лежал. Вообще безумно круто. Вот до чего дошел прогресс, да, надо пользоваться всем тем, что прогресс предлагает. Да, мы живем в такое время инновационное, очень удобное. Я люблю вообще свою жизнь упрощать, чтобы мне было удобно. Так, ну что, сейчас буду пробовать изучать, все вам потом расскажу. Ну что, девчонки, потестировали, и что могу сказать? Ну, во-первых, беспроводные станции, беспроводные зарядки подходят не ко всем моделям телефонов. К айфонам подходит однозначно, к самсунгам подходит, а другие бренды нужно смотреть. На коробочке обычно у производителя указано, или можно в характеристиках посмотреть, телефон должен поддерживать функцию QI. Тогда будет, соответственно, беспроводная зарядка. Наши с мужем телефоны не подходят, хотя у моего написано в одном источнике, коробочки у меня уже, конечно, нет, в одном источнике написано, что поддерживает QI, в другом не поддерживает, в итоге не поддерживает. Мой телефон уже довольно старенький, телефону мужу тоже несколько лет,
У нас не поддерживают, но как бы есть выход. Если очень сильно хочется, да, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Продаются такие адаптеры, они есть на маркетплейсах. Я на Озоне нашла 200 и выше рублей. Они называются, девчонки, даже забыла, как называются. Сейчас посмотрю, точно вам скажу. Смотрела точно, если будете искать Q, вот такая с черточкой внизу буква О, I, приемник для беспроводной зарядки. Вы приклеиваете его на заднюю стенку телефона, втыкаете разъем Type-C, там есть разные разъемы, но, как правило, сейчас у всех Type-C для зарядки, да? Втыкаете, вот такая тоненькая пластиночка клеится на заднюю стенку телефона и втыкается в разъем зарядки. Если вы хотите зарядить потом, соответственно, телефон обычным путем, вам нужно его вытаскивать. Вот. И такие переходники клеятся. Можно сверху одевать как бы чехол, все, и заряжать беспроводным путем. А вообще эта вещь встроенная, поэтому не каждая модель поддерживается, встроенная и не дешевая, так я поняла. Хотя сейчас, кажется, мне кажется, новые телефоны уже все с такой функцией будут. Встроенная вещь в самом телефоне, которая вот благодаря ей, вот эта вот магнитная какая-то катушка, и благодаря ей идет беспроводная зарядка. У Ксюшки у нас iPhone. Мы потестировали, все прекрасно заряжается. Она придет со школы, я вам покажу весь процесс. Я не скажу, что заряжает медленнее, нет. Но может быть совсем капельку, вот чем обычно ее зарядка. То есть мы положили, достаточно быстро телефон зарядился. Все отлично, как бы все замечательно. У меня, допустим, вот в телефоне функция быстрой зарядки. Он у меня с нуля до 100 заряжается где-то минут за 40. Поэтому у меня может быть там заряжался бы медленнее, а так нет. Мы оставляем себе белую зарядку, черная у нас пойдет на подарок племяннице. У нее и iPhone, у нее AirPods и у нее AirTouch. Короче, у нее айфоновские часы и айфоновские наушники. И ей как раз подо все отлично подойдет, будет заряжать. Работают обе станции отлично, прекрасно. Обе станции очень удобные. Но я вам сказала, вот обратить на что внимание, да, чтобы ваш телефон эту функцию поддерживал. Либо вот переходник, такой адаптер покупать. Там они от 200, 200, 300, 400 рублей. Вот я на Озоне нашла. Можно приобрести, как бы заряжать тоже так. Так, ну и пойдемте, я вам покажу, куда мы ее установили и вообще, собственно говоря, в чем их преимущество. Базу мы расположили на столе в детской. Вот так она у Ксюшки здесь. Она подключается к сети, то есть у нас там за столом розетка. Подключается к сети и вот так вот у нее на столе лежит. Ей так удобнее, ее можно и поставить. Когда мы кладем телефон вот сюда, можно, кстати, и сюда, и сюда. Может быть, у вас три айфона, но нет часов там и AirPods. Без разницы. Мы клали сюда, и сюда, и сюда. Везде он заряжается. Когда кладется телефон, загорается одна синенькая, такая голубенькая лампочка. Если заряжаются два устройства, соответственно, горят две. Если три, горят три. Поток идет. Но если три, наверное, тогда уже будет медленнее зарядка, я так думаю. А вот один телефон, Ксюшкин, мы заряжаем, все отлично. Вот так она компактненько, очень мило лежит на столе. Это удобно. Это на самом деле очень удобно. Пришел, положил телефон, все, все отлично, все замечательно. Можно поставить, она магнитная, можно поставить, как тебе душе угодно. Ее вот так перевернуть, сделать из нее треугольничек. Можно даже, по-моему, вот так складывать, если я не ошибаюсь. Да, можно вот так сложить, чтобы она лежала, если у вас один телефон, вот так лежала компактно. Положили телефон, и все, надо ей, кстати, так сложить, что она у нас разложена, это лежит. Либо сделали из нее вот такой вот треугольничек и как подставочку поставили тоже, и телефон вот так поставили, он будет заряжаться. Все отлично, вообще все замечательно. Это удобно, мега удобно и красиво. Так, и соответственно черная база. Вот здесь есть такое крепление, выемка, куда вставляется вот эта вот подставка. А так ее тоже можно положить, и она будет лежа. Ну, просто вот так. Хотите так заряжать, хотите так. Но мне нравится, когда стоит. Вот под интерьер еще, чтобы подходило. Вот она встала, все здесь, все магнитное. Вот тут для телефона есть подставочка. Я потом покажу тоже, ее продемонстрирую с Ксюшкиным телефоном. То есть телефон очень удобно ставится, либо ложится. Положили телефон, поставили базу, где вам удобно, смотрите телефон, там делаете, что хотите. А база при включении в сеть, к ней вот такой вот черный тоже адаптер с
выходом Type-C, он подсоединяется также к сети, от сети работает база. Когда телефоны не заряжаются или другие гаджеты, вот здесь лампочка, ее можно, кстати, выключить, тач-кнопочка такая, лампочка горит синим, когда мы кладем заряжаться телефон, кстати, можно вот сюда его тоже положить или поставить, вообще, как душе угодно, это очень, на самом деле, удобно, вообще здорово. Я надеюсь, что следующий мой телефон будет поддерживать функцию беспроводной зарядки, потому что мне нравится, на самом деле, очень нравится. И когда мы кладем сюда гаджет, то вот эта вот полосочка, она горит зеленым. Но можно отключить, чтобы она вообще не горела. Вот эта подставочка мега удобная. Это тоже удобно, никаких проблем. Телефон как бы примагничивается, он тут не скользит, он никуда не скатится. Так же, как и здесь. Никаких проблем. Тактильно очень все приятно. И вот эти вот поверхности такие, они... антискользящие, что ли. Вот. Сюда вешаем часы, сюда кладем наушники, сюда ставим телефон. Прелесть замечательная, просто вообще волшебно. Понравились мне обе станции. Я даже не могу сказать, какие лучше. Надо смотреть, какая подходит под интерьер. Вот мы оставляем белую, потому что как бы у Ксюшки в комнате все белое, и будет у нее вот белая такая станция. А вот это у нас пойдет на подарок человеку, которому она нужнее. Ну все, Ксюшка пришла, показываю вам в деле зарядки. Видите, как я вам рассказывала, здесь она пока светится голубым. Кладем телефончик. Оп, видите, одно деление загорелось голубеньким, один прибор заряжается, и зарядка пошла. И вот на этом гнезде тоже телефон заряжается. Так, сейчас погаснет. Гасни. Где наушники? Смотрите, хоп. Все, зарядка пошла. Так, теперь черное устройство покажу вам в работе. Мы можем поставить. Причем у Ксюшки чехол одет. Здесь допускается толщина чехла. Я вам уже показывала характеристики. Опачки. Заряд пошел. Вот так телефон стоит. Очень симпатично. Видите, огонечек теперь горит зеленым. Он горит, причем ярко-зеленым. Камера не передает. Вот, вот он прям вот такой яркий. Вот, да. Телефон заляпанный. Или вот так, смотрите. Так, сейчас опять вот голубым прибора нет. Кладем вот так. Оп, тоже зарядка пошла, если хотим, на подставочке что-то смотрим в этот момент и так далее. Очень удобненько. Так, голубеньким, вот. Вот здесь проверим, я, кстати, не проверяла. Нет, смотрите, здесь не срабатывает. А, нет, вот, все, пошел заряд тоже. Можно положить вот так, то есть два прибора, в принципе, тоже на этой зарядке, два именно телефона. Можно заряжать вполне два телефона на одной. Вот так. Так что, девчонки, очень удобно. Я прям рекомендую, если ваш телефон поддерживает такую функцию, это стильно, красиво, дешево и очень-очень удобно. И смотрится здорово. Мне прям нравится. Поэтому смело могу рекомендовать. Ссылочки, конечно, вам все оставляю в описании. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, обзор был вам полезен, интересен. Если у вас есть беспроводные зарядки, станции, пишите обязательно, как вам их использование, что интересного, может быть, можете сказать. Ну и всем пока!